Подтверждаем, ответить на предложение. 9744 рубля 17 копеек. Ты бы сейчас внес 150 рублей на Steam и такой ничего. 39,62 это чистая прибыль. Эй, здорово, дружище, с тобой Серега, Сайбербанана. И сегодня я тебе расскажу, как пополнить свой Steam кошелек, но не просто, а с профитом, возможно, 30 или даже 40%. Интересно? Присаживайся поудобнее. Я начинаю. А победителем с прошлого ролика на вот этот вот коллаж становится барабанная дробь, как обычно, вот здесь сейчас покажет, кто выиграл. СВ Ити, я выиграю, пишет. Давай посмотрим, кто ты, дружище. Красавчик, даже 50 подписчиков. Напиши мне ВКонтакте и подтверди, что это твой YouTube аккаунт. А для тебя я подготовил вот эту сочную пушку. Все, что нужно сделать, это подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и одного друга пригласить ко мне на канал. И уже в этот понедельник мы подведем итоги. Ну что, погнали смотреть, как выгодно пополнить свой Steam кошелек. Для эксперимента возьмем минималку, а именно 150 рублей. Именно такая сумма нужна для того, чтобы пополнить баланс Steam кошелька. Дальше мы зайдем на сайт Market CSGO. И там уже купим подходящие нам предметы и перепродадим на торговую площадку. И уже прибыль. В итоге посчитаем. Ну давай уже начнем, хватит болтать, а? Итак, я пополнил баланс на 150 рублей, как и говорил. Теперь я должен найти самые дешевые предметы, которые могу купить здесь, и как можно дороже продать их на Steam площадке. Я буду выбирать именно из кейсов, потому что они быстрее всего перепродаются. Ты можешь выбрать любые другие, ты можешь заморочиться, посидеть и все примерно проанализировать. Я буду выбирать из расколотой сети и призма кейс 2. Это самые сейчас такие прям быстрые кейсы, которые перепродаются. Находим, смотрим, сколько здесь смотрит призма 2. Призма 2 стоит 41,76. Здесь он стоит 29. То есть уже чувствуешь, какой-то навар есть. Давай-ка мы смотри, что сделаем. Сейчас возьмем калькулятор. 41 минус 15%. 6 рублей. Окей. 34 рубля получается. 29 платим. То есть минус 29 равно почти 6 рублей ты получаешь с каждого купленного кейса. Достойно? Я считаю, да. Давай сейчас эти все манипуляции сделаем и в итоге посчитаем прибыль. Также, если ты никуда не торопишься, ты можешь просто поставить предметы на автопокупку и со временем, рано или поздно, ты что-то купишь. Я сейчас буду торопиться, естественно, чтобы показать вам все на видосе. Я покупаю за 88 рублей кейсик и сейчас... Тут появится такое окошечко, и просто мне нужно будет подтвердить и принять кейс к себе уже в инвентарь. У продавца есть 5 минут, чтобы перевести нам кейс, иначе бабки навернутся обратно на счет. Как видите, бабки уже снялись. Просто ждем. Отлично, теперь также нажимаем просто «Получить» и через клиент. Окей, открываем, заходим, подтверждаем, ответить на предложение. И отвечаем на предложение. Кейсик у нас в кармане. Ну а теперь также докупаем остальные кейсы уже на всю оставшуюся котлету. В общем, кейсик я купил, ребят, чуть выше меня, вот сами видите. Пополнение на 150, потом покупка за 88 рублей, за 27 рублей 38, 26.4, также 3.04, плюс 2.58 и 2.53. И ровно это вышло, прям ровно-ровно в 150 рублей. На счету осталось 0.07. Теперь зайдем ко мне и запомним 9744 рубля 17 копеек. Это на моем счету. Теперь давай перепродадим эти кейсы и посмотрим, сколько в итоге получилось. Заходим, ребят, в инвентарь, и вот эти кейсы, которые мы купили. Теперь просто выставляем по продаже примерно 123. Давай 22.99. Окей. Пока я там перепродаю кейсы, расскажу вам одну интересную тему. Если ты хочешь в дальнейшем увидеть схемы заработка, какие-то манипуляции со скинами и так далее, обязательно пиши в комментариях «хочу трейд». Я это пойму и дальше буду развивать тему. Ну а там ничего интересного, просто я нахожу максимально потенциальную цену на кейс и продаю. Жду некоторое время. И готово. Ну что, давайте считать прибыль, кейсики-то уже проданы. Итак, мы купили 6 кейсов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видели там, да? После чего продали их здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот их цена. Это уже без процентов. Чтобы вы понимали, вот именно вот эти денежки уже летят к нам на баланс Steam. Давайте теперь посчитаем. Берем калькулятор и начинаем. 2.96 плюс 4.42 плюс 106.96 плюс 35.65 плюс 3.98 и плюс 35.65 равно 189.62. Это 190 рублей, дружище. Прикинь, ты бы сейчас внес 150 рублей на Steam и такой ничего. А тут через такую схему ты уже, получается, 190 получил. Ну давай посчитаем, сколько это в процентах вышло. Итак, из 150 рублей 1% это 1,5. Давай сначала вычтем 150 равно 39.62. Это чистая прибыль. А теперь проценты. Это разделить на 1.5 равно 26,5.
5,5% за такую ништяковую тему, да? Как я и говорил, дружище, если тебе интересны больше схемы заработка, естественно, пиши в комментариях «хочу трейд», и я тебя пойму. Ну, кстати, 26,5% это реально мало. Я могу делать и за 40%, и за 50% тоже. Просто надо немножко посидеть и не спешить, как спешил я, чтобы выложить вам видос. Дружище, считаю, что я для тебя донес максимально просто полезную информацию. Если ты считаешь так же, обязательно влепи лайк. Ну и вдобавок, поучаствуй в этом конкурсе и посмотри вот этот годный видос. Давай. Туда?